Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Муник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить муник по регистрации. Также не забывайте вводить мой промокод на 6 уровне. За него получите очень хорошие плюшки. Сегодня у нас будет новое видео. В этом видео я хочу, получается, помочь какому-то рыжику, подарить ему деньги, там, возможно, купить ему машину, квартиру. Поэтому серия будет, мне кажется, очень даже интересная. Также, как вы знаете, на Родину добавили голосовой чат, и я хочу найти именно рыжика с голосовым чатом, чтобы услышать просто его реакцию и вообще, что он по этому поводу скажет, в принципе. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну да, я хочу рыжику помочь какому-то. Давай, может, я поедем машину купим. Так, пацаны, я, короче, нашел рыжика. Я не знаю, надеюсь, его хорошо слышно, потому что я снимал предыдущее видео про голосовой чат, и там было плохо слышно. Сейчас, короче, поедем, ему купим машину. Блин, надеюсь, меня тоже нормально слышно, потому что я настроил микрофон. И надеюсь, что меня будет слышно реально хорошо. Как тебе такая машина? А, да я не к тебе обращаюсь, Денис. Я не к тебе обращаюсь. Че, будем брать тебе? Сейчас, короче, ему тачку подарим. Так, за 10 тысяч, да? Все, я ему отдаю ее. И сейчас, может, поедем еще ему квартиру купим. Так, дай мне руль, поедем тебе еще, короче, квартиру купим. Блин, просто реально это очень круто, но, блин, у него микрофон, конечно, не очень хороший, но надеюсь, его хотя бы слышно. Потому что я старался настроить в этих настройках, как бы в предыдущем видео я снимал, и чувака было очень громко слышно, типа, на видео. И мне приходилось даже его делать тише с помощью монтажа. Сейчас, короче, пойдем, он на права сдаст, поедем еще ему, наверное, квартирку какую-то купим. Это что за бред? Это как? У тебя тоже такая херня? Что за бред? Короче, пиши в репорт, что мы забагались. Ну, я напишу за себя, ты за себя пиши. Капец, пацан, вот это жесть просто. Забагался. Так, я, короче, написал. Мы просто, короче, ехали. И произошел этот пиздец, реально. Просто пиздец произошел. Мы просто пролились через текстуры. Я не знаю, что это за бред. Но мы реально тут просто забагались. Блин, чувака тоже жалко. Надеюсь, ему тоже помогут, потому что я реально забагался. Я просто постоянно падаю и все. Бля, как мне теперь его найти? Бля, я что-то вообще об этом не подумал. Я сейчас попробую поискать его, но это реально просто жесть. Скорее всего, он заспавнился на вокзале. Но я не знаю, успею я к нему доехать или нет. Минуточку внимания, хотел бы посоветовать очень интересный канал, называется он Фэнтас. Парень стримит на разных проектах по КРМП, поэтому всем советую подписаться на его канал. Ссылочка на его канал будет в описании, давайте его поддержим все дружно. Я сам на него подпишусь и буду смотреть его стримы. Поэтому, пацаны, просто не ленитесь, давайте реально его поддержим и поможем ему добить 300 подписчиков. Повторю, ссылка на его канал будет в описании. Я тебя нашел все-таки. Ебать, это повезло просто. Да, бля, я думал, тебя уже не найду. Так, все, мы, короче, приехали. Сейчас зайдем и купим скин какой-то. Так, сейчас ему бабок накидаю. Так, сейчас, короче, поедем покупать квартиру. Скорее всего, она будет в Арзамасе, потому что в Южном свободных квартир нету, а вот в Арзамасе точно есть. Поэтому, короче, сейчас поедем в Арзамас и купим, я думаю, ему квартиру. И будет вообще нормально. Тут тебе нормально будет жить? Ну хорошо, сейчас тебе бабки передам и купишь. Все, пацаны, он, короче, купил себе квартиру, вот эту. Вот теперь это его квартира. Бля, я не знаю, что-то его плохо слышно, то его громко слышно, то тихо. Я вот серьезно не понимаю, поэтому, пацаны, я сразу извиняюсь. Все, короче, мы приехали уже за его машиной. Вот его, получается, УАЗ Патриот. Да, конечно, это не супер крутая машина, но все-таки, я думаю, на первое время ему хватит с головой на ней ездить. Сейчас, короче, поедем, припаркуем машину ему и, в принципе, я думаю, будем заканчивать. Короче, мы обратно, пацаны, забагались. Я не знаю, в чем этот прикол. Скорее всего, это какой-то баг на родине, либо я хрен знает, потому что это уже не первый раз. Обратно мы забагались вместе с тем пацаном. Ну ладно, пацаны, это я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Конечно, сегодня было не без проблем. Я извиняюсь за то, что, возможно, было плохо слышно, потому что, как бы, ну, я не могу настроить нормальный микрофон. У меня это не получается сделать абсолютно. И я не могу с ним разобраться, поэтому, кто шарит, можете, как бы, написать в комментариях. Потому что я настраиваю, и вот то тихо слышно, то очень громко. Как бы, золотую середину я найти не могу. Поэтому, если был плохой звук, пацаны, я перед вами... очень сильно извиняюсь. Все, всем пока-пока.